такой цепляет, да? Угу. Мишка? Расческу деревянную принести? Да, да, да. Там она высыпает, там уже не справится никто. Так, другую так, насадку. Теперь, знаете что, вот эту насадку убирай. Угу, давай. У нас убирается. Угу. А, вот так, ага. Угу. Сейчас я... Ну, хочу сказать, вот Женя, да? Да. Про Женину стрижку, это кошмар и ужас. Ульяновой? Да. Ну, одна Женя, я знаю. Да, да, да. Твою. Это да. Ужас. Ну, вот это парикмахерская местная. Вот, я ей хочу сказать, вот ее же стригут, да. Она же по-любому не бесплатно идет. Не бесплатно, за деньги, конечно. Ну, да. И вот такой ужас делает девчонки. Угу. Женя, она очень симпатичная, просто... Ей-то стрижка не идет. Абсолютно, это жесть, это просто как... Как кобел, да, как мужик. Да, это ужас, да. Вот просто хочу сказать, что сделать хорошую стрижку Жене, она вообще другая будет. Угу. Я просто такими ножницами, конечно, не могу стричь. Ну, понятно, да. Я бы тебе тоже сделала. Не, ну, мне не надо. Нет, что не надо, я бы сделала, но вот этими ножницами не получится, к сожалению, да. Ну, потом приеду летом. Да. Ладно? Конечно. Так, с другой стороны, вот. Нет, Сереж, ты все-таки не умываешься. Умываешься. Ты, может, 2-3 раза умылся и все на это. Умываешься. Надо умываться каждый день. Это же не в моих интересах и не в маминых, а это в твоих интересах. Вот так выпрями голову. Это в твоих, дорогой мой. Это, видишь, как? Вижу. Я вот смотрю, чтобы потом его стричь. Как ими отрезать-то?
Ножницы плохие? Ужасно. Ну, это же не нужно. Может, коричневые попробовать? Да разницы нет. Они же у тебя не прихмахи. Не для прихмахи, да. Вот. Это жесть. Может быть, мне надо ножницы купить металлические? Вообще парочки. Было бы хорошо прям парикмахерские. Даже вот самые дешевые, но они парикмахерские. Ага, и тогда я смогу... Прям на Валбере закажи. Ладно. Парикмахерские ножницы. Причем... А как я буду знать, сколько брать? Вот так вот впритык или как вот мне определить? Ты будешь вот определяться вот здесь, что вот здесь два пальца было. Ага, вот здесь два пальца. Да. Вот так беру. Угу. А вот здесь как я определяю длину? А здесь вот ты берешь вот эти два пальца прямо по пальцам. Вот а, по пальцам, все поняла. И это будет длина. Потому что это вот сейчас, я не знаю даже, как мы пострижемся, но как-то пострижемся. Ну, пострижемся, да. Вообще жесть, конечно. Угу. А мы этими стригли вчера? Я не знаю, я коричневый сейчас принесу. Может, коричневые были? Вообще, ну да, да, они вообще не режут. Угу. Просто не режут. Да, эти. Эти, конечно. Да? Да. Ну, все равно на Валберес купи, да. Они там вообще. Угу. Самые-самые такие. Нам надо снять. Как? Я что-то не снимаю. Да что ты это? Надо, что я с тобой посижу. Потому что в комнате провоняет, рыба будет. Дальше провоняет. Опять берешь прядочку. Опять беру прядь. Угу. Вот. Опять эту прядочку на предыдущие. Угу. Ой, вот все цепляется. Угу. Ой. Что, мам, ты есть? Чё? Да не, ничего она смотрит. Вон сколько лишнего. Оброс мальчишка. Ну, а там? Ух ты, круто. Угу. Модельная быстрышка. Угу. А ты смотришь, вот, как потом... Да, я вот потом, я же потом, она сейчас объясняет. Мастер-класс. Надо она обязательно купить и расческу, ножницы угу. Две пары. Ага. Вообще будет прекрасно. Ага. Острых ножниц, потому что... Ножницы парикмахерские должны да, быть. Да, а, даже Вайлдберрис. Хорошие. А, они такие, портяжные. Вот я еле стригу. А-а-а. Это ужасно, это просто не стрижется абсолютно. Угу. А, ну это же канцелярские ножницы. Ну да, но не для было бумажек. Других. Я же, видишь, его все время машинкой, ножницами, только челки подстригаю. Нет, ты сейчас не, ему приобрети. Теперь... Да. Вот, потому что... Да-да, закажу. Это закажу. Невозможно. Угу. И вот для чего нужны вот эти ножницы филировочные? Угу. Вот ты когда вот так ими обработаешь, угу. Не бойся, я тебя не буду тут это... Сережа, сколько обработать. У тебя вот этих резких не будет. Вот сейчас даже мы попробуем. Перепадов. Вот перепадов. Вот даже я вот этими... Мам, выпусти кошку, пожалуйста. Вот так вот я поделаю, хотя бы, хотя бы. Хотя это неправильно, но хотя бы. Вот, оно уже по-другому лакается. Все, поняла. Да. Чтобы вот резкого не было так раз. Резкого нет, да. Ага, все поняла. Угу, угу. Мастер-класс. Мастер-класс. Мастер-класс, да. Вот, теперь с этой стороны то же самое. Угу. Здесь два пальца должно быть, ну, я да, запомнила. Да, два пальчика, ты там уже сама угу. видишь. Если будет там чуть поменьше или чуть побольше, это не принципиально. Угу. Это сейчас самое модное, да? Слышишь? Ну да, ему нравится. Они все так ходят сейчас, мальчишки. А-а-а. У всех раз, и сразу все одинаково ходят. Потому раз абсолютно. Проходит эта мода, начинают все опять одинаково все. Еще угу. по-другому ходить. Да. Ну вот, смотри, у Сережи, да? Да? Смотри, как хорошо. У него прошло, смотри, все подсохло. Да. Еще надо. А надо, это еще надо. Пару раз помоет? Угу. Да не пора, да. Девочки, надо все пускай... время. Пускай все мы время. Сейчас вот с ним разговариваем, надо ага. каждый день. Это не пару. Хотя бы один раз в день, а, да, я теперь? Я говорю, хотя бы... Поначалу у него очень оранжевые были, два раза в день. А и... когда уже вот так, да. один раз в день. Я ему пересну. Сказала, говорю, хотя бы один раз в день. Угу. И будет зачистываться. И утром или вечером, да. И угрей не будет на носу, да? Не будет. Вот эти точки, они же тоже смываются. Конечно. Черные точки в носах. Будет чисто лицо. Все девчонки будут глядеть. Скажут, о, какой Сережа. Симпатичный мальчик. Ну да. Потому что кому охота смотреть на мальчишку, у которого прыщики на морде. Мы от таких отворачивались, когда молодые были. Да? Да. Нам не нравились прыщавые мальчишки. Mm-hmm, да. Не нравились. А тебе? Ой, не знаю. Не помнишь? Mm-hmm.
Это там... Я подумала, что это бараны. Бараны? Ага. Да, как бараны смотрятся. Да, я все время думаю, думаю. Ну ладно, вот здесь понятно, это бетонная плита, да? Вот это бетонная плита. Как почему бы... плита? Это не плита, это вода. Да нет, вот вода, вот вода. Падает. А вот это бетонные типа плиты. Да, 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 да. Ну вот это непонятно, вот это к чему? Это что? Ладно, это бетон, а это что? Ну еще художник тот был. Что-то он, да, что-то он решил какой-то треугольник здесь такой, пику. Типа вроде как то ли дорожка бетонная должна быть, да, тогда здесь переход не очень. Ну, в целом картина интересна. Да? Угу. Ну да, неплохая, жалко тут без рамы. Ой, я тебе раму пришлю. Угу. Он как раз такая рама у меня дома лежит. Чего ты так дальше сидишь, дергаешься, а? Уже смешно сидит. Смешно, что мы разговариваем про раму или что? А, про Кирюшу он воет, но Кирилл, правда, там завывает, завывает. Ну, он сам себя развлекает. А вот смотри, у него волосы вот это раз, и вот как бы вот так... А, сейчас определит ее, куда ее. Как оно, должно сюда? Не, я просто, ну так, гляжу просто как. У него структура волос правильная или жирная? Жирная. Да, у него голова-то не мытая, вот она у него и жирная. А, или может какой-то... Баня должна была быть в субботу, бани не было. Ага. Сейчас он пойдет помоется. Там душ пойдет. Да, голову помоет, все помоет, да. Ну видишь, какой сразу парень мог. А тот поет, поет, что-то завывает, как волк. Что завывает? Развлекается. Развлекается как может. Да. Да? Так, вот смотри, теперь мы вот сделали, ну, практически одинаково, с той и с этой стороны. Да. Теперь надо вот что делать? Теперь вот так, а... Так. Ой, я не знаю, девчонки. С этими ножницами, да, неудобняк? Ножницы. Вот так вот отрезается лишнее. А, вот это важно. Да. Вот отрезается. Вот это... наискос берется. Давай вот я сниму. Вот так берется наискос, да, давай. И вот так наискос срезается, да? Да, вот этот треугольник убирается. Ага, ага. Чтобы не было такая копна. Ага, ага. Чтобы был плавный, красивый переход. Вот, ага, оно. Вот, уже все. Сразу... О, смотри, другой вид вообще. Да. А у меня вот так вот. Вот так. Ну да. И все. Ну, да. Он просил горшок. Я пыталась изобразить горшок. Горшок горшку розы. Да, да, да. Потом, значит, мы поднимаем вот так вот здесь. Угу, угу, угу. Угу. Здесь бока отдельно, а вот эта часть отдельно идет. Вот это все лишнее убираем. Угу, угу. Ты сама увижу, где лишнее. Да, 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 да. Вот оно не должно быть все прямо одной длины. Угу. Классно. Угу. Это отдельно, короче, все отстригается. Все отдельно. Да, вспотела. Конечно, ну, с такими ножницами. Это знаешь, вот ты художник, а тебе палку дай, палку дай, и сказать, Марин, давай изображай. Один на один. Да. Один на один. Потом вот что делаем. Да. Когда верх простригли, да, мы берем бока. Бока. Вот тут появился треугольник. Да, его не должно быть. Его вообще не должно быть. Угу. И вот так проходишь, поднимаешь. Смотрю, есть ли треугольник. Треугольник. Убираем. Угу, угу. Вот. Супер вообще. Да. Угу. Опять треугольник. Угу. Нету треугольника. Вот перед тем, как стричь, я буду смотреть видео, пока не выучу. Но я так-то запомнила все, но все равно буду нет, смотреть. Нет, ты просто посмотри раз, два. И запомню, как стричь. Да. Ну, вот, все, Серег, пожизненно будет у тебя горшок готов. Нет, а потом изменится. Ну да, потом что-нибудь другое захочет. А ты даже, если что, в YouTube заходи, там очень много стрижек. Прям медленно ставишь. Угу. Ты как училась? Нет, ну я-то училась на курсах.
Угу. Вот, я училась на курсах. Угу. Но когда пошли вот эти все ютубы, угу. на все курсы не наездишься, все да. это бешеных денег стоит. Да. И я включала это тот же ютуб, и это... Я это все смотрела, так да. терчёлка. Видишь, как красиво? Очень красиво, вообще прям идеально. Ага, сейчас Серёжа покажешь. Очень хорошо. Как было и как стало, да? Вот ну, он в зеркало себя увидит. Я видео вообще снимаю. Ага. Что хотел сказать? Что хотел какой-то умняк сказать, забыла. Я пока шла, забыла, блин. Так, подними голову так. А, про Венецию картину. Да. Тебе она понравилась очень? Ну что, да, что ты говоришь? Не, я просто спросила. Ну, понравилась, да, Венеция офигенная. Да? Тем более у меня Венеция там, где? В коридоре. Сейчас Венеция. Вот Венеция, ну как бы Венеции много. Ты ближе к делу, ты что, передумала брать цветы и решила? Цветы я беру. Не, а, я просто Венецию... На будущее? На будущее, он же еще может, не продастся ее, да? А нет, он все продает, он просто еще нарисует, да и все. А. Нет, именно хочется, вот как Нелла говорит, ой, какая красивая картина, а я зашла ой, тоже, ага, ничего, нет, ничего. Ой, какая красивая картина, у нас одновременно упал именно глаз на это... именно одну картину. Да, да? Интересно, да. А потом он говорит, типа, девочки, не делитесь за эту картину, у меня есть точно такая же, ага. я ее дорисую в два счета. Да. И он достает, она вроде такая же. Ну, немножко другая. Но она другая, у нее другая энергетика, и она вообще другая. Я говорю, не, такая не канает. Такая. И потом я хотела у него именно одну какую-то существенную картину. Филировка, да, вот это да, называется? Да, вот это я делаю филировку, но сама понимаешь. Да, сама понимаешь, филировка... надо купить ножницы. Да. Филировочные. Но хоть что-то, понимаешь? Да, да, чёлка да. не должна быть ровной. Да. Вот, она должна быть такой подсоканной. Угу, вот подсоканной. Да, да, подсоканной. И вообще вокруг все должно быть подсоканной. Да, да. Тогда вот волосы ложатся. Вот он помыл... И они легли. Угу. А когда вот одним срезом, угу. получается очень такая дебильная стрижка и вид дебильный. Ага, ага. Вот. О, как хорошо. Так. Хорошо, хорошо. Теперь, значит, проходим еще раз. Вот уже все пострижем да. и делаем вот так, сбоку. Угу. Вот. Эти треугольники убирать. И вот тут вот что-то, какие-то погрешности. Ага. Потому что сразу не все увидишь. Ага. И вот какие-то вот такие вот погрешности, угу. их убираем. По всей голове прям проходимся. Угу. Классно. Буквально миллиметр, да, какой-то? Ну, мало ли, вот так, где-то что-то вылезло, какой-то волосик не увидели. Да. Вот, вот, например, да? Да. Вот. Да. И, тем более, такими ножницами даже... я не это самое. Гарантии никакой нет. Да. А ты не скажи, зачем эти парикмахеры вечно волосы мочат и заставляют мокроту резать? Обязательно. Надо вообще да. чистые волосы стричь да. всегда, конечно. А как же? Надо чистые волосы стричь. Грязные? Я вообще с грязными волосами. Первый раз, да, первый сейчас? Раз, да, Володя Федотов звонит, нам разговаривает.